Моя проблема в том, что я потеряла надежду в масштабировании. Я прилетела из Петербурга, из России. Полгода назад, чуть больше, я открыла салон красоты формата Beauty Bar. Добро пожаловать на уникальное бизнес-шоу, где мы не только меняем ваше мышление, но помогаем вашему бизнесу стать прибыльным, известным и успешным. Тебе дают неделю, за которую ты обязан либо показать результат, либо умереть. Почему ты, у тебя минус, как ты думаешь? У меня есть большое сомнение, что у тебя получится. Цифры твоего бизнеса, а мне не нравятся. Ты продаешь сами секс-товары, игрушки, да, да, там, прочие. Доходы. И консультации. Твой продукт должен быть крутым. Мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. Юля решила по-другому, и поэтому вырастила свои чеки и сделала первую продажу в 10 раз больше. Какой средний чек? От 1000 гривен. Готова ли она менять в голове тумблер? Это бизнес, который приносит деньги элементарного существования. Но я не хочу так больше. Ты выгораешь. Ты запустила агентство праздников, и у тебя что-то с ним пока не складывается, я так понимаю. Но мы где-то порядка 200-300 тысяч в минусе каждый месяц. Ты в глаза клиента повышаешь цены своего продукта. Ну, мы поняли на тот момент, спустя там 3 месяца, что лоханулись, так скажем. В реальности это был бизнес, но это не было бизнесом. Было около 15 тысяч гривен. Для меня это было неподъемно. Почему люди так не ценят свой труд? Вот это большой вопрос. Я рождена для другого. Я не умею налаживать клиентский сервис. Все-таки откуда деньги на салон? Позволь себе стать богатой. Но мы не относимся к дешевому салону. Мне их дал мужчина. Вы за клиента решили, что для него это дорого? Значит, ты уволился, и ты хочешь открыть автомойку. Да. У тебя есть 8 тысяч долларов. Предприниматель должен прокачиваться. Мы делаем всежитомирский фестиваль. 100 тысяч долларов удачно спустила. Она летает к нам каждую неделю из России. Хочет, чтобы ее бизнес был классным и крутым. Ум заменяет деньги. Мы готовы покупать у тебя. Вот эта трансформация, которая с тобой происходит, и мне очень нравится, что внешне это тоже происходит, потому что, да, оно как бы штырево. Гребаные стеклянные бутылки. У меня, наверное, уже передоз. В первую очередь довольна переформатированием моей головы. Добро пожаловать в бизнес. Не говорите о том, что у вас не то, что бизнес, но это смех, ребята. Это просто смех, мне даже жалко ваше время. Подписывайся на наш канал, потому что он изменит не только твой бизнес, он изменит тебя.